Все, хорошо. Так, готовься, оп. Все, всем привет, с вами Дар Борданов и мистер Пап. Да, говори погромче, а то тебя не слышно. Все, мы мистер сейчас... Мистер Пап. Да, мистер Пап. Вот, и мы сейчас играем в Call of Duty Black Ops. Да, дожили, вот именно. Поэтому она у нас на 2 дня. Уже 1 день. Шикарно, блин. Остался нам поиграть в эту игру еще с половиной. Ну, а мы пока начнем, Валик, да? Это режим как PUBG, типа вот этого. Затмение, да. Говори погромче, чтобы тебя слышно было. Затмение, да. Вот, хорошо. И поэтому юпи, начинаем. Блокаут, как говорится. У меня игра по-французскому, потому что я во Франции живу, у меня все тут по-французскому, поэтому не переживайте, ну, там, не задавайте вопросы, что это за язык, ну, французский. Вот. Ну, а мы пока продолжаем. Начинаем. Да, начинаем. Ну, не продолжаем. Ну, короче, начинаем игру. Да. Потом. Нет. Так, вот. Говори погромче, а то вот реально. Да, я вообще в динамик это так хорошо. Вот. Поэтому. Нормально говорю, да? Да-да-да, вот так уже чуть-чуть побольше. Уже нормально. Блин. Квадроцикл. Это подобие на PUBG, так сказать. Только хуже. Хуже намного только. Ну вы поймете почему. Да, вы поймете почему, это точно. Ты, слушай, дай мне сесть на... Ты куда поехал, слышь ты? Давай, короче, садись. Я открою тебе двери. Заезжай. Спасибо. Ей! И сейчас такой я взрываю, знаешь. Ты капец. Ты куда уехал? Ай, молотов кинули. Ну это если что начало пока что, это мы еще никуда не зашли, ни в катку никакую, поэтому это... Ура, папа, у меня какой-то просто какой-то громило, смотрите. Ну я теперь понял, почему мы ее ждем, потому что вошло 87 игроков, 88, потому что в это говно да. Никто не играет. Ну мы еще не играем. О, резнок! Он тут кидает эти молотовые, я один раз умер из-за молотов. Два. Ты тут чувака стреляешь. Я больше не понимаю. Где кто что? Бухавай. А как, кстати, как тут говорить, Валик? Что-то. Ну, в чат, ну, просто по микрофону, ну, именно чтоб мы были не в тусовке и не снимали видео вроде. Да, потому да. Потому что я тут одного чувака встретил, русского, и с ним разговаривал. Ну, может, лет так 13 или 12. Shift, float, yes. Скажешь, когда прыгать? Да, или нет, ты говори, а то я не умею никак, никогда. Вот да в то нет, место, да. В котором мы тогда прыгнули, оно было идеальное. Блин, джойстик дрожит. Да-да-да, он прям тррр делает. Сектуризе ла зон де миссион. Даже друзей? Ну давай, я думаю, что... В Нюк-таун, нет. Да, только давай погромче говори, а то вот я вообще говорю сейчас вообще громко. Вот так хорошо, мне кажется, будет. Ой, блин, ты уже выпрыгнул. Ну да, только я могу голос надорвать. А, ну ладно, тогда я потом в настройках еще другое можно на видео соснять, если это будет сильно. Не, ну знаешь ли, мне кажется, нормально будет слышно. Ну да. Ой, там уже кто-то идет туда. Ой, да, щит. Да. Иди ну, за мной. Ну, я экстремал, Валер. Ну, давай, значит. Так, я прячусь. А ты там только одно оружие? У меня ну, много чей? Оружия уже. Иди сюда, я тебе дам. Закрывай дверь. Если тебе, конечно, так, держи тебе. Сейчас, что у меня есть? Держи тебя, вот это забирай. Патроны есть?
40 патронов, может быть. Réduction potentielle détectée. Je vous conseille de rejoindre la zone de sécurité indiquée. В кузов залезай. Все, поехали. Давай быстрее уезжаем отсюда. Ей, мы свалили. Юпи. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Ну да, тогда. Ну чё? А, вот соседнее село, кстати, смотри. Ой, там чувак, вали отсюда просто нафиг. Там чувак, еще один. Ай, стреляют! Стреляют! Тихо, тихо, тихо. Живой? Да, живой. У тебя бинтики есть? Нету, ну ладно, вали отсюда просто нафиг. Вали, меня попали и очень сильно. Да я вижу. А, индикаторы уже здесь. Высаживаемся. Тебе бинт дать? Да, пожалуйста. Сейчас, если... Ну. Бери. Вот, бери. Бери. Спасибо большое. Ну что, у меня ням. Еще что бинт есть. Да, так, броня, что тут еще? Еще одна броня, Валик. Иди сюда. Тут ой, броня. Ты ж так не пух. Я выломала окно, чтобы ты этот спецназ, блин, сватинг. Так, ладно, что тут есть? А, да, потом Денис. Так, мы тут важным делом занимаемся. Так что это? Бизнес. Нормально. Бизнес, да, это реально бизнес. Ютубный бизнес. Réduction du cercle imminente. Mettez-vous en lieu sûr. Врывается. Денис, пожалуйста, чуть-чуть тише. Это ты там стреляешь? Да, я стреляю. Я так, стреляю. Возьму вот это. Я. Хотя нет, вот это будет лучше всего. О, это меня, Фамас, кстати, это пародия на Фамас, блин. Вот реально. Помнишь, я говорил, что жалко, что в игре нету топоров? А. Салют. Помнишь? Да. Они здесь есть. Угу. Только ну как теперь его достать? Я не застрял. О, один зритель. Здравствуй, зритель. А, привет, зритель. О, сумка. Тут медицинская. Да. Вот, о, жетоны вот, я нашел какие-то. Вот да. Недоделанный режим. Ну, я не знаю. Медицинский рюкзак я там нашел в этом внизу, наверху точнее. Медицинский рюкзак. Да, но я забрал все. Ну, я не знаю, какая-то сумка такая доктора какого-то. Ладно, все, давай, садимся в джип этот и поехали нахрен отсюда. Это вазик. Да, вазик. Вазик. Не, вазик он поменьше. Намного поменьше. Ну, ладно, короче, я буду лежать. Че, мне нельзя тут лежать? Когда еду, вот это вообще, блин, нелогично. Тебя сейчас отбрасывать будет, что у тебя интернет не очень. Сейчас давай, прилетим или нет? Ты что делаешь? Сумасшедший. Ты сумасшедший мужчина. Сумасшедший. Ты психопат. Ты знаешь, ты приехал туда, где вообще, блин, мне кажется. Я слышу, вот кто-то таракан. Едет. Так, прячемся. Так, о, вот это мое. Блин. Но оно красивое было. Я могу тебе отдать. Не надо, нормально. Вот это оружие. О, теперь у меня прицел. Что это? Да что это? Ладно, не надо. Я вот лучше АУГ свой заберу. Это реальный АУГ. Так, ладно. Тут такие классные футуристические оружия. Это, конечно, не реально все. Таких оружий не бывает и никогда не будет. Опять пальцами хрустит мой персонаж. А, ну да, кстати, знаешь, ты берешь просто. И минус руки, и все. Это да. Ваш персонаж. Жоли, трай жоли. Я жуэль. Смотри, насколько реалистичная игра? Что? Диджей, мерси. Что ты? Коробочка. Смотри, коробочка. Все, дыркой, нету все. Коробочки. Да, все. Да, даже в CSGO более реалистично, там, блин. Ну это ж CSGO, это, блин, Call of Duty. Короче, я бармен. Эй, ты куда ушел, клиент? Клиент, что, вам пивка налить? Так, что вы не стоит? Вот, пивка.
Не, мне, пожалуйста, лимонадик, А, ладно, чик-чик. Держите лимонадик, бульк-бульк-бульк, держи. Давай. Все, пошли отсюда нафиг. Стой. О, квадролом. Квадролом. Квадроклом. Клон. Давай, садись сюда быстрей. Клоун. Нахрен. Клоун. Сейчас подожди, я этот себя лечу. Поехали нахрен отсюда. Мне страшно. Вейн, ты только тут меня не прикончи. И тут в этой игре реалистично то, что мы можем убить своего напарника, если он нас задолбал. Да, вот реально. Я один раз его застрелил нечаянно. Это тебе не Fortnite. Кого? И не, не папка. Тебя. Что? Ты не помнишь, я тебя пристрелил один раз. Чувак, там, там зомби. О! Это тут что-то. Он сквозь дверь прошел. Серьезно? Кстати, вот я что сюда приехал, что здесь скоро этот Мишка улетит. И мы сможем открыть этот кейс. А я пока... ликвидируем местность от зомбаков. И слушай, они из земли вырастают. Они давай, может валить отсюда пойдем, а то у меня что-то стрёмно тут быть. Чуть-чуть, блин. Да не стоит. Они из земли, блин, такие. Ну реально стрёмно, блин, чувак. Куда ты меня привез? Блин, хоррор. Ты вообще. Кто-то там блеванул. Кому-то плохо, вот реально. Шаурму покушал. Да-да-да. Шаурму покушал. Знаешь, мне... Горло пересохло. Слушай, может, я... Давай что-то не уходим, потому что наверху там лут есть. На лут? А там зомби. Ну, блин, ну я не хочу туда идти. О, привет. А я тебя не знаю. Они посво... Закрываем. Закрываем! Ой, боже. Не стрёмно. Такие звуки. Ой, чё? Что ты сделал? Это вообще попло... Смотри, ритуальная чаша. Да-да-да, я ее забрал. И что это за чаша? Он такой зомби пришел такой, о, привет! Слушай, чувак, а что там такое за... Ах, смотри, что у меня есть в инвентаре. Чичик и чичик. Пупук и чичик. Чики-пуки, но я не хочу туда идти. Давай, может, свалим отсюда? Ладно, короче... Je demande de l'aide. Salut. Привет. Salut. Yo. Ravitaillement en approche. Может, давай наверх, только на счет раз бежим наверх. Окей. Бежим. А-а-а, себя не. Тут никого нет. Серьезно? Обезьянка. Подожди. Чувак, это опасно тут быть. Иди. А, так мы ждем этого Мишку, да? Точно. Давай сидеть там, давай сидеть там. Ну, знаешь ли, там патрончиков нет. А мне надо патроны. Тебе надо патроны? Слушай, так я тебе вообще помогу сейчас. А, какие тебе нужны патроны? Для вот этого автомата, похожего на АК. Вот это подойдет? Сейчас. Сейчас проверю. Сейчас, подожди. Не, сейчас тебе отдам. Каким ты мне дал? Красные, да? Да, да. Короче, я с этой пуколкой буду. Пуколкой? Чувак, возьми вот это. Вот это возьми. Это ауг. Там... ауг этот возьми. Есть патроны? Там 27. Ладно, ну иди сюда. Ты можешь как-то посмотреть, какие тебе нужно? Ладно, может вот эти тебе нужно? Ну, не знаю. Вот. А, смотри, тут написано... Я тебе кинул. Валик, быстрее бери. 5, 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
У тебя есть 5,56 миллиметров? 5,56, вот они. А, вот они. Им нужны 5,56. Спасибо. Все, держи. Во, вот это. Во, все, нормально? Теперь побежали отсюда. Да, наверное. Задом. Ну, вроде как, потому что... Понимаешь, что... Я на прощание с зомбиками. С зомбиками на прощание? Ой, ой, фанат, мой фанат, мой фанат. Иди сюда быстрее, Валик, ты паришься. Он без башки меня стрелял. Ой. Бульк он всегда без... мечтал стать водолазом. Бульк. Бульк. Так я, прикинь, он был без башки, а он меня начал бить. Он что, знает, куда бить, мне интересно? Да я не знаю. Это же 21 игрок, Давид, мы идем на рекорд. А, да, кстати, да. Может, сейчас мы вообще рекорд побьем, если мы не будем тупить сильно. Работа. Ладно, давай в дом все-таки зайдем уже. Я с одним чуваком седьмое место занял. Ого, серьезно? Ну, потому что это чувак про, наверное, какой-то был. Да-да, у него скины, у него персонаж какой-то. Это домик подозрительный. Давай, короче, в домик. Не пофиг, я просто в домик бегу. Это трейлер. Трейлер Тревора. Да. Чпук. Тревор Филлипс. Да. А, говняное оружие. Это непонятно, что же это такое. Сетевая мина. Крутая штука. Стоп. Ты что делаешь? Бежим. Ты сумасшедший. Подожди, а для чего она? Подожди. Короче, лоханбат крикил такой. Бежим. У меня есть идея, как это, слушай, как мы можем ловушку сделать, только зайди, смотри. Сейчас. Я уже так делал, но у меня никогда не получалось. Так, сейчас. Так, чекинули, кто-то гранату закидал. Нет. Давай. Блин, сразу вынес. Короче, мы точно не про в этой игре. Какое место? 11-е. Это наш рекорд с тобой, чувак. Сейчас я повтор смерти посмотрю. Кто а я тоже посмотрю. А, он ушел. Видел, видимо, тебя. Или кого-то. А, он просто наугад кинул, понимаешь? Так. Его сейчас убьют. Так, все, я не хочу смотреть за ним. Как не смотреть уже за ним? Как покинуть? Ты options и выход из игры. Да, спасибо. Сейчас. Так, Валик, я посмотрю, что у меня получилось.